В Вилюйскую группу районов для тушения пожаров направят еще 100 человек из Хабаровска. О дополнительных мерах по ликвидации лесных пожаров говорили накануне в правительстве республики. В обсуждении принял участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов. Также в режиме видеоконференц-связи участвовали все члены профильной комиссии и главы 17 муниципальных районов, в том числе Вилюйского, Горного, Намского и Кобяйского, на территории которых в настоящее время сохраняется наиболее сложная лесопожарная обстановка. Именно в эти районы принято решение перебросить силы и средства пожаротушения из других районов, где нет угрозы для населенных пунктов. Также было решено привлечь местных жителей для помощи на локализованных пожарах. При этом список добровольцев главы районов должны направлять в течение 5 дней после тушения. Лесопожарная обстановка в Якутии на сегодняшний момент сложная в связи с тем, что после прохождения гроз возникло много лесных пожаров. Каждый день регистрируем порядка 80 пожаров. Естественно, что оборачиваемость групп происходит медленно, люди устают, и в день некоторые группы тушат по одному пожару. Вот буквально за 3 дня одна из групп наших потушила 3 лесных пожара. Это очень тяжело при такой нагрузке, конечно, сложности есть.